Сейчас, тихо. Да, блядь, не заворачивай ты её. Расслабь руку. Быстро, четко, 5 минут, $300. Все. Погнали! Чуваки, Никитос, профессионал своего дела, такие же, как мы в BMX, он сделал нам такие татушки за 1 минуту на каждое, очень быстро, главное, супер качественно. Приходите, это не все, что умеет Никитос, он делает и рукава, и все, что угодно, пишите, что вы от беспалок, и получите офигенный скидон. И будет у вас в черном. Смотрите, Барселона как выжженная земля. Людей мало в это время. Листья опадают уже. Ты можешь что-то сделать, то? Ну, типа, попробовать. Ну, типа, ты едешь. Вот эту рейлу задеть. Советую тебе придумать еще трюки на вот эту штучку. Вот эту. Да. Пацаны, спот, знакомый всем. Давно так не были здесь, как будто бы больше года уже, такое чувство. Классический спот, уже разбитый весь давным-давно, так что хуже не становится он. Каждым разом, в принципе, на одном уровне держится уже. Ты затягиваешь, да? Да, ты затянул. Нет. Всегда знай, затягиваться по ходу кручения педали, понял? То есть, когда ты крутишь педали, а ты сейчас как раз-таки по ходу кручения педали. Вот. Запоминайте. Так, урок сейчас, мастерская без палок. Во-первых, похвастаюсь своим обновкой. Наконец-то я себе пластик заказал, его не было в наличии. Игорь, сюда. Самый главный момент. Да, он намазал. Так легко? Намазал, да, смотрите. Перед закручивать, намазывать. Не забывайте смазать перед тем, как ставить все что угодно. Возможно, это вам облегчит жизнь. Не забывайте одевать презерватив перед... Так, нормально? Не, ну да. Ну так, это так, очень стильно. Я так гонял все свое детство. На велике Украина, который разборной на две части собирался. Как Дэн Круг, только наоборот. Да, да. Инверсия. Тут стекол набито просто очень-очень много. Их не видно. Я тут катался, сейчас вообще забил. Поэтому я... Чтобы... Пацаны, ребята. Здорово. Опа. Был на этом споте? Да. Да? На нем все не были. Скользит. Что это будет? Да я хотел руль опять вернуть. Чуть-чуть ближе к себе. Хочу. Как японцы гоняют, вот так. Первый заказ на трюк. Деревья на Волфеке. Блять, ну это не для августа. Это октябрь. Октябрь-ноябрь погода. Там не заходит. Почему пива не видно? Вопрос. Потому что мы молодые. 31 год. А ты старик, 24. Достал свою шарманку. Вот главная шарманка здесь, сегодня.
Еще лайк и удача Айварсу. Пробует новый трючок для себя. Айварс, Айварс. Все, все, дожимай, дожимай. Ой. Ну ты не залип, понял? Вот ты должен быть выше, в тот же момент как бы упор дать. Вот это на долю секунды, типа. У тебя так вот, типа, такой хлесткий удар, а надо как бы залипнуть чуть-чуть. Да, я из-за этого хлесткого удара ты теряешь, сразу вниз падаешь. Все, понял. Типа, постарайся как. Ну как nosebound по Нэнси, типа, понял? Только по перили. Только на пеги все по-другому, но аналогия понятна. Да. Хорос у тебя. Во! Чуваки, даже с такими райдерами, как Айварс, мы проводим работу над ошибками, и он добирает трюк, потому что каким бы прорайдером ты ни был, все знать и все уметь невозможно. Поэтому для вас специальный чатик без крю комьюнити. Он... Заходим по ссылочке. Давай объявим. Мы закрыли доступ в чат свободный, но каждый выпуск влога, первый час, ищите ссылочку на вступление в нашем телеграм-канале, она будет всегда храниться первый час. О, видели почти? Сейчас еще пару советов ему накидаем, и он добирает. Один совет, все у меня. Видишь? Золотые слова. Золотые слова, Юрий Венедиктович. Ты сейчас прямо ответ. Almost done. Wait. Все, краба. Суперсила Беспалова. Ладно, у меня суперсила по рейлрайдам, но пусть он думает, что все нормально с оверами и этими движениями. Ну, блядь, все больно. Молодец. О, как пиздатенько. Вот так вот берутся трюки через боль, упорство и желание закрыть спот. Видите, спина, вон, крылья ангельские появились. Аж упорство и без комьюнити, конечно же. Без этого трюки будут идти сложнее. Я не знаю, решился бы ли вообще Айварс на это без нашего совета. Я Кто думаю... Кто без вашего совета, реально? Во-во, слушайте, блядь. Слушайте, старших, вот этих старших слушайте, 31 год, блядь. Оп, да, мы очень лет. Мудрые братья Беспалые, нам уже по 30 лет, но мы катаемся еще. На коляске. Блин, кстати, пацаны, сейчас только вспомнил, обычно мы это забываем говорить. Больше 50% смотрящих этот канал не подписаны на нас. И, ну, типа, что такое, ребят, давайте подписывайтесь, это же не сложно. Для нас мотивация. Он... Реально, уже... пацаны, смысл вообще этого всего ютубинга в том, чтобы мы чувствовали обратную связь, только так есть вдохновение. Черпаем оттуда, чтобы что-то снимать. Поэтому старым новым подписчикам посвящаю этот трюк для вас. Потею ради вас, любимый. Потом пойдем. Смотрите, какие мокрые, блестящие. И это не масло, это август. Все в этом вашем стриту, как яйца крутые. Но мы братья крутые. Клюк.
невгомовний Айворс. Айвор зашел только что в Бестрю комьюнити, и там обсуждали, как делать хард 3 в заднее колесо. Сказал, два часа потратил. Да, два часа потратил, бедняга. Говорит, херня полная, будем делать как лейси. В два или в переднее, ну, сдаю. Такие дела. Качество трюков тоже очень важно. Иногда даже важнее, чем сам трюк. Потому что кривой трюк иногда лучше не видеть. Все, за ваше здоровье. Лейси, не лейси, не лейси. Что за перфекционизм? Давай. Что ему еще нужно? Не знаю. Видишь, вчера велик кидал, а сегодня он тебя бросает по сторонам. Если, может, ну его эту трешку два? Только что сняли для вас такой лайфхак, будет в коротких видео у нас на ютубе. Что делать, если вам страшно прыгать на рейл, как бороться со страхом и как его быстрее перебороть, поэтому смотрите, будет очень полезно. Не пойму, блядь, больно или приятно? Спасибо, Рэл. С тобой было приятно потусить. Буквально, буквально очень редкое минут. Явление флэт-рейлу в Барселоне. Да, потому что здесь все паркуют вот так вот. Но все они обскользены, заметьте. Такие рейлы не только мы ценим. Все, а сейчас мы спускаемся прямиком на спот, который описывает Барселону. В Барселоне одни бэнки. Ну вот, об этом, в принципе, и речь. И, возможно, это уже заключающий спот, уже все перепотели тысячу раз, а я поехал на работу. И я думаю, мы сейчас снимем здесь и закончим этот влог. Братан, ты что, не надо так. Как скользнуть? Тут споты в Барселоне говняны. Можно лучше? Можно лучше, но я доволен. Да бля, заебался, жарко очень. Я кайфую. От кайфа это уже сделал. И мне все. Фу, наконец-то мы выехали, покатались хотя бы вот нормально, активно и поделали трюки, потому что последние недели три типа особо и этого не было. Выезжал чисто по клип снять, что-нибудь так, в этом роде. Уже голова ватная у нас, конечно, сегодня, но не такая, как у бывших наших знакомых друзей из Москвы. Но мы сейчас не про это. Оператора сняли Айворсу трючков, как всегда. А я вчера Паше снял. А сегодня я снимаю и себе, и Игорю. Вот оно, настоящий BMX Family. Помогаем друг другу. Молодцы. Достойно. Сейчас достойно будем. Уважения. Сейчас будем джаншу. Блин, может... CBD, конечно же. Может... Надо раздуплиться. Шлем, блядь, розы. Да, ты кухай. Я в таком катал. Я знал, что я ебану. Иногда яйцо зажевываю, тут еще понимаю. Ну, я, вот мне повезло, что я очком. Да, да, да. Короче, мы это. На 15 минут снимал разговоры просто. Ну так снимал. Это был подкаст. Пацанов, который расслабляется. Это был подкаст после катки. Ладно.